курочка готовится. Почти уже готова. Запах обалденный. Сейчас Юлька сделает салатик. Пришла. Уйди отсюда. Это мне. А я пока сбегаю в магазин. Пока сбегаю в магазин. Положим в тряпичных своих ботиночках. Хоть бы дождик не пошел. Давайте поздороваемся. Привет, мои любимые, добрые, прекрасные. Хотела сказать дивноморские. Конечно, никакой не дивноморский, а пятигорский день. Яйца, салфетки, молоко, хлеб. Так, так. Не буду закрывать. Хоть бы не вырубился у меня телефон, потому что у меня там очень много видео. Я хочу на Дзен хоть что-то загрузить. Поэтому не удаляю их с телефона. Память заполнена, поэтому он вырубается у меня постоянно. Постоянно сытопьяно. Постоянно пьем чинзана. Какие розочки обалденные. Еще класс. Собачки, не гавкайте. Класс. Какой цвет у дерева. Дерево вонючка. А такое красивое. Гав-гав. Привет. Красота. Красота. Я неправильно сказала погоду. Не 12 градусов, а 17. Как-то я неправильно глянула. Так что тепло. Я вот в курточке иду. И мне, правда, уже жарко. Чувствую, так запыхалась. Хорошо, мне сон снился, вообще жесть. Короче, я на каком-то пароме непонятном. Так как-то отхожу. И у меня как будто такой вот, ну как, не страх, а тревога, что ли. Что я хочу так к берегу, а меня немножко так относит. И я смотрю, на этом пароме такой пакет большой, голубой. И в нем бутылки закрытые шампанского. 5 бутылок. Я, короче, их так взяла и принесла домой. Как-то я уже дома очутилась. Такой сон непонятный вообще. Вот. И потом смотрю, Юлька берет так шампанское и открывает. Я говорю, а зачем ты открываешь? Это же не наше. Она говорит, кто сказал не наше? Вселенная тебя послала. Значит, наша. И так берет его, так открыла. И я проснулась. Такой сон. Сны такие снятся вообще. Реальные. Блин, тут привезли хлеб. Я сейчас буду ждать 3 часа. Или 4. До свидания. Бутылки Хадыженского по 1,5. Хоть бы дождь не пошел. Солнышко, выходи. Солнышко, выходи. Какая красота. Птички летают. Люди ходят. Жизнь продолжается. Красотища. Купила яйца, молоко, салфетки и хлебушек. По-моему, ничего не забыла. Какие горы? Лучше гор могут быть только горы.
там горы вдалеке. На одном дереве зеленые листочки. И так кусочек красных. Видите, на одном дереве разные веточки. Те, наверное, более чувствительные к перемене погоды. Поэтому покраснели. Там улиточка на заборе. Куда-то она ползла. У меня уже мокрые мои кроссовки, о которые Виктория мне прислала, беленькие. Мне как-то их жалко тут носить. Буду уже где-нибудь в городе. Все пожелтели листочки, а вот эти остались, видите, веселички. Красотища. Красотища. Юльке сегодня вообще полегче. Попросила меня приготовить курицу. Говорит, давай мясо. Давай мясо. Она реально давно уже так не ела курицу. Я все время говорю, давай приготовлю. Вот когда болела, я ей только сварила бульончик. Она бульончик пила, даже мясо с него не ела. Вот. А сейчас попросила с самого утра. Говорит, хочу жареной курицы, как ты жаришь, с чесноком и с этим, с майонезом. Говорит, ты так вкусно делаешь. Сделай, пожалуйста. Ну, я ей начинила курицу. Она жарит. Там вон будка. Будка. Цветочки. Петушки. Красивые, сиреневые. Не знаю, кто там в будке, не вижу. Никого. Мое любимое дерево. А там целые ветви птиц. Не знаю, не видно, вон веточки колышутся. Там много-много-много птиц. Сейчас целая стайка туда залетела. Не видно. Ну и бог с ними. Вот это мое любимое дерево. Такое огромное. Птички поют. Красотища вообще. Даже эти болячки на деревьях, вон они, красивые. Я опять стою среди дороги. Домой. Не знаю, почему я шепотом разговариваю. Послушала свое видео утреннее. Правда, я так тихо там говорю, хотя стараюсь громко. Не знаю, почему. У меня видно, этот телефон уже подбарахливает. Не знаю, есть такое слово, нет? Подбарахливает. Спасибо, мои любимые, что вы со мной сходили. Магазинчик. Всем волшебного дня. Все распогаживается или распогуживается. Вон там заливается птичка. Ты мое солнышко. Слышите? Всем вам тоже желает прекрасного дня. Спасибо, что вы есть. Очень-очень-очень люблю вас.